Кто эта странная девочка? Определенно, она не могла одна выжить в этой дыре. Габриэль последовал за ней вглубь города. Интересно, куда она ведет его? Странно. Я не слышу ни слова, но кажется, Габриэль общается с ней каким-то образом. Что-то подсказывает мне, что она еще сыграет свою роль в этих событиях. Oh.
Ты видел мощь, которая содержится в тех кристаллах? Кристаллы могут очень пригодиться в бою. Ты можешь находить их осколки в самых разных местах. Я часто отправляюсь на их поиски. Почему я тебя слышу ведь? Мои губы не двигаются. У меня есть дар. А еще я читаю мысли. Кто ты? Меня зовут Клаудия, а это мой защитник. Он присматривает за мной. В ответ я ловлю злых духов, чтобы он мог поглотить их энергию. Без нее он перестанет работать. Но ты не такой, как остальные. Почему-то ты кажешься добрым. Мы не станем тебя убивать. Я рад слышать это. Ладно. Позволь мне прочесть твои мысли. Нет! Что такое? Что не так? Ты здесь, чтобы убить владык теней и забрать их силу. Хочешь всех нас спасти и вернуть свою возлюбленную. Я не боюсь. Мы пойдем с тобой. Самому тебе не справиться. Нет, Клаудия. Я сделаю это один. Я знаю путь, а ты нет. Я нужна тебе. И он тоже. Ну ладно.